Что-то в последнее время сильно много закручивают гайки. На днях президент внес закон за увеличение до 30 раз штрафов за воинский учет, а там каждый может попасть. Вы же не будете сообщать о смене места работы в течение недели и все остальное. А вот сейчас за пешеходов. 277 депутатов в первом чтении поддержали при необходимых 226. То есть решительность у них есть. Если вот открыть официальный сайт Верховной Рады, вот этот законопроект пешеходов. Раньше было предупреждение и штраф. Но обычно заканчивалось предупреждением пешехода. А теперь будут сразу штрафовать и на приличную сумму. И вот смотрите, инициаторы, три депутата, открыть их странички. Один от «Слуги народа» Бакумов. Второй депутат от «Слуги народа» Медяник, инициаторы. И третий от «Слуги народа» Неклюдов. То президент внес за воинский учет как неотложный закон. И вот этот сам законопроект. И еще второй, вот это за светлоотражающие элементы, тоже будут штрафовать, что если у вас их не будет в темное время суток. А вот сравнительная таблица, как было и как будет. Вот было попередження, а теперь будет в размере 15 неоподаткованных минимумов. А раньше было 3, но, как я говорил, раньше предупреждением ограничивались. Вот 15 умножьте на 17, это будет такой штраф. Что делать, я не знаю, столько кругом закручивают, кругом штрафы повышают. Что это дальше будет, трудно сказать. Почему они так простых людей не любят? То ли... Ну, сами напишите в комментариях, что вы думаете по такому вопросу. Это всех коснется. Пешеходами мы все являемся. Где-то срезали кусочек дороги, или там, чтобы сократить путь, и вас на пустынной дороге могут оштрафовать. Государство для людей...